Здравствуйте, я Анастасия, и я рассматриваю проекты для инвестиций. Сегодня мы находимся на локации премиум-комплекса вилл, который расположен в районе Ешельёз. Ешельёз находится в экологически чистом районе, рядом с природным заповедником, буквально в 20 километрах от центра Алании. Комплекс вилл, который я рассматриваю сегодня, состоит из 5 вилл премиум-класса, в которых у каждой есть инфинити-бассейн. С инфинити-бассейна у вас будет открываться изумительный вид на Средиземное море, и вдалеке будет видна ночная Алания. В нашем замечательном комплексе находится 5 вилл премиум-класса. Каждая вилла площадью 310 квадратных метров. В каждой вилле у нас 2 этажа. На первом этаже у нас располагается огромная кухня-гостиная, гостевая спальня и санузел. На втором этаже у нас располагаются 3 спальни. Из каждой спальни есть выход в собственный санузел. Отдельно хотела сказать, что мастер-бедрум являя огромной площади, и из нее есть выход на террасу, на которой будет установлена джакузи. Каждой вилле примыкает изумительный инфинити-бассейн. Прямо с террасы дома вы можете погрузиться в идеально чистую воду, вид которой будет сравниваться с линией горизонта. Виллы располагаются буквально в 500 метрах от замечательного песчаного пляжа экологически чистого района Ешельёз. Итак, чем мне понравился проект? Этот проект, наверное, для людей, которые хотят тихой, уединенной жизни в экологическом месте. Здесь не будет шумно, у вас будет всего несколько соседей и идеальный вид. Если вы любите уединенный образ жизни вдали от городской суеты с идеальным видом на Средиземное море, то вам сюда, в этот комплекс. Также хотела акцентировать внимание на том, что в отделке виллы используются дорогие натуральные материалы, такие как натуральный камень, мрамор, гранит, а также натуральное дерево. В дверях используется покрытие натуральный шпон древесный. И застройщик отдельно подошел к выбору керамической плитки. А также мне понравилось то, что застройщик использует второй свет, который делает пространство первого этажа более светлым. А если вас заинтересовал данный проект, обращайтесь в агентство Арбат Хоумс, в котором вам подробно расскажут, отвезут на локацию, покажут все. Координаты агентства находятся у вас на экране. А я сейчас отправляюсь по другим заинтересовавших меня проектам, которые мы предварительно просмотрели с менеджером компании Арбат Хоумс. А также не забывайте про сайт, на котором вы, как и я, можете просмотреть все объекты. И дальше уже связываетесь с менеджером и едете по объектам.